В экономике сегодня огромное количество дел. Мы еще не побороли коронавирус, который шатается. Вторая волна пошла по Европе. Вы что, хотите, чтобы она хлынула сюда? Вы же мне не верили, когда я говорил, не надо изолировать людей, не надо давить людей. Что сегодня говорят западники? Два дня назад руководитель Всемирной организации здравоохранения заявил, не надо вводить изоляцию, она себя показала неэффективно в первой волне. Уже признали. А каково мне было, когда не все вы меня поддерживали? Когда я один пошел против всего мира и убеждал вас. Не надо изоляции. Нас специально толкают в эти двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. А когда выйдем, что будет? Да, это мизерно, то, что сегодня происходит по этой болезни. Но это еще есть. И мы должны постоянно следить за этой болезнью. Поэтому сегодня принято мною решение о направлении к вам нового губернатора, вашего человека с Гродненской области, министра здравоохранения. Владимир Степанович, повернись к народу. Я благодарю депутатов областного совета, которые единогласно, вот они здесь, поддержали это решение. Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам. Главная наша забота – люди. Поэтому новый губернатор должен сделать все, чтобы на Гродненщине люди не болели, в том числе этой болезнью. Сегодня не все однозначно, и в трудовых коллективах разные настроения. Я приветствую разные настроения, но есть такие, которые не хотят ни работать и побастовать. Объясните им, что мы делали все для того, чтобы расцветал этот край. Зачем своими руками сегодня сломать то, что мы создавали десятилетиями? Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться.